Я приветствую всех. Меня зовут Алексей Кузнецов. Как обычно, краткий обзор ситуации на финансовых рынках. Поговорим с вами об основных валютных парах, поговорим о том, что на них происходит со вчерашнего дня, сегодня, что нас ждет. Ну и, в общем-то, коснемся общей ситуации на вообще в мире, в экономике и, естественно, как это будет влиять ориентировочно на курсы основных валютных инструментов. Большая просьба поставить всем плюсы в чате, если все хорошо со звуком и с видео, чтобы я смог спокойно работать дальше. И пока я жду ваши плюсы, да, тех, кто авторизовался, хочу сказать тем, кто еще не авторизовался, попросить авторизоваться, чтобы была возможность общения. Ну, а если уже вы еще пока не зарегистрированы, просьба зарегистрироваться также для того, чтобы была возможность общения как на этом семинаре. Ну, на этом, наверное, вряд ли вы сейчас успеете, по крайней мере, на следующих семинарах. И была возможность принимать участие уже в мастер-классах, которые позволят вам научиться конкретной торговой технике. Спасибо вам за плюсы. Вижу, что все хорошо. Слава Богу. Ну что ж, в общем-то, вчера произошло для рынка такое относительно значимое событие, которого, в общем-то, многие уже и не ждали, но, тем не менее, оно произошло. Вчера страны-членов ОПЕК на встрече приняли решение о сокращении добычи нефти, и что, в общем-то, было достаточно неожиданно, потому что максимум, чего ждали, это заморозки на текущих уровнях добычи. Но вот было принято решение об ограничении добычи, то есть о сокращении добычи даже более чем на миллион баррелей в сутки. Ну, в общем, это прорыв такой, шаг вперед очень большой в этом плане. Неизвестно, правда, как это в целом отразится, конечно, на рынках в будущем, потому что решение принято, но неизвестно еще, как его выполнять будут. С одной стороны, а с другой стороны, добыча сланцевой нефти так или иначе все равно будет давить на нефтяные котировки. Потому что даже сейчас уже при текущих котировках, ну, скажем, при котировках там позавчерашнего дня, даже около 50 долларов, эта отрасль, она уже имеет возможность развиваться. Может быть, не так активно, но тем не менее. Если же котировки нефтяные поднимутся выше 50 и будут устойчиво держаться выше 50 долларов за баррель, то, соответственно, получит очень большой потенциал возможность дальнейшего развития сланцевых месторождений и добычи нефти сланцевой. Ну и, естественно, это будет приводить опять к новому давлению на нефть. Ну, что тут можно сказать? Может быть, по крайней мере, это каким-то образом приведет сейчас к отскоку по американскому доллару, потому что мы с вами до этого говорили, что достаточно агрессивно американский доллар рос против остальных валютных инструментов, и сейчас, в общем-то, напрашивается уже этот отскок. Правда, я рисовал два возможных сценария развития событий. Это первый, это быстрый отскок, быстрые коррекции, потом возобновление движения по американскому доллару за его укрепление. Ну, в ближайшем будущем. И второй сценарий – это консолидация в начале, после такого активного падения. И потом из консолидации уже коррекция по американскому доллару. Ну, либо продолжение, что может быть менее вероятно. Прям консолидация, а потом продолжение. Все будет зависеть от направления выхода из консолидации. Но сейчас мы видим, что все-таки рынок выбрал путь консолидации. И, скорее всего, вот эта консолидация, она продлится еще некоторое время. Хочу напомнить, что из важных фундаментальных событий завтра пятница, завтра начало месяца, первая пятница месяца, и значит будут выходить данные по рынку труда США. Обычно, традиционно они являются очень значимыми для всех участников рынка, и их ждут и на них очень активно реагируют, потому что эти данные в конечном итоге влияют очень сильно на принятие решений Федеральным резервом. А как вы знаете, Федеральный резерв в декабре планирует повышение процентной ставки. Но вот пока однократное, но там, как говорится, дальше видно будет. И исходя из того, какие сейчас будут макростатистические данные по Соединенным Штатам, сейчас будет зависеть как раз то, насколько вероятно, во-первых, в декабре поднимут процентную ставку. Потому что одно дело разговоры, а другое дело все-таки это
решение, которое может быть принято, а может быть еще и не принято. И второе, будет ли это повышение действительно однократным, либо будут еще повышения в следующем 1900, ой, господи, совсем уже в 2017 году. Все уже. Вот. И что хочу сказать. Вот сейчас вот этот целый комплекс факторов, который влияет на рынок и который не дает участникам, по сути дела, пока покоя. И, может быть, и вследствие вот этих факторов очень большая нагрузка сейчас на умы инвесторов. И многие предпочитают, попросту говоря, пока подождать и ничего не делать. И из-за этого рынки они находятся вот в этой консолидации. Потому что крупные участники, они ничего пока не предпринимают, находятся в ожидании. А мелкие участники, которые могут только раскачивать рынок в небольших пределах, вот они, по сути, его и раскачивают. Ну что ж, давайте смотреть, что происходит сейчас на рынках. И начну я традиционно с пары еврофунт. По еврофунту я говорил о том, что нисходящий был канал и нисходящая тенденция. Была попытка выхода из этого канала вверх. И вот мы вчера с вами увидели, что вновь британский фунт рванул резко вверх. Непонятно, кстати, даже почему толком, да. И вот евро против британского фунта упал. Но опять же, упал настолько, что уперся в уровень 0.8457, тот же уровень, который до этого и был, и не смог его преодолеть. Вот. И мы видим, что пока все крутится вокруг этого уровня. Правда, конечно, вот выход здесь был достаточно сильный. И пока непонятно еще, чем вот это все дело закончится, потому что теоретически может быть дальнейшее падение единой европейской валюты против британского фунта, хотя, конечно, вероятность она здесь есть, знаете, даже почему? Вот я в прошлый раз, в один из прошлых обзоров растянул сетку Фибоначчи и показал, что уровень 7.64, на котором первоначально торможение произошло, он, видите, был пробит. И поскольку он был пробит, то вероятность движения к следующему уровню поддержки, а именно к 0.8332, вот сюда, вот к этой точке, это падение, оно становится тоже весьма-весьма реальным. Учитывая, что тут, видите, совсем немножко осталось дойти. Вместе с тем, видно, что уже по ходу ценового движения, видите, сформировал целые вагоны маленькой тележкой дивергенций. Эти дивергенции пока дают повод усомниться в том, что дальнейшее движение будет продолжено. И есть вероятность уже того, что после вот этого падения, после торможения, сейчас просто вот это пройдет пора консолидации, и цена запросто может выйти вверх. Видно, что сейчас в 4-часовом формате формируется вот такой расширяющийся раструб, так называемый расширяющийся формации, когда мы с вами видим, что низинки, они, скажем так, становится все ниже и ниже. Вот. А верхушки-то, видите, верхушки наоборот повышаются. И вот возникает такая расширяющаяся формация. Конечно, видно, что все-таки цена поддавливается вниз, потому что закрытие это происходит на нижних уровнях. А здесь пока у нас только тени. Но вместе с тем, пока уровень 0.8457, вот этот синий помеченный мне, пока он не пробит, говорить о том, что цена пойдет вниз, пока преждевременно. Вот он сначала должен пробиться, этот уровень, и уже потом мы можем говорить о том, что да, действительно, цена уйдет к 0.8332. То есть вот такой здесь расклад интересный, но все-таки, вот я вчера, кстати, рисовал вот эту зону консолидации, сказал, что может быть пробито вниз, но вот видите, сначала резко ушло все вверх, и потом резко все отвалилось. Что это такое? Штормит рынки, сейчас штормит, сейчас, говорю, нервозность большая. Вчерашние все эти выплески были связаны, скорее всего, с неожиданным решением ОПЕК по нефти, по добыче нефти. Ну и, в общем-то, конечно, поскольку это было неожиданным, то есть это повлияло на все, в том числе и на валютные пары, как бы и не связанные особенно с рынком нефти. Вот. Ну, просто вот эта вот нервозность, эта вот высокая волатильность, вот они к этому привели. Вместе с тем, сейчас вот смотрите, что я хочу сказать по поводу более мелких форматов. Вот там час, 30 минут.
Сейчас есть два варианта развития событий. Первый вариант. Вот этот вот уровень 0,8484 цена может пробить и образоваться восходящая тенденция. Ведь потому что уже, видите, тут прокол этого уровня был, и дальше может пойти движение, и вот какая-то коррекция по отношению вот к этому падению может наступить. А тут уже надо смотреть, то ли вниз, то ли все-таки пойдет цена вверх, и мы с вами увидим разворот, о котором я говорил. Вот. Ну и второй вариант развития событий здесь, как бы в самое ближайшее время, здесь может сформироваться треугольник. Уровень, линия, если сейчас цена пойдет вниз и пробьет линию поддержки, тут как раз и уровень 0,8457 будет пробит, и линия. Я говорил, часто образуются треугольники на уровнях и на линиях. Если будет вот таким все образом, значит, мы ждем с вами вот это вот расстояние, отложенное вниз, а скорее всего даже будет расстояние, о котором я говорил. То есть 0,84, сколько там уже, я забыл, я вот рисовал. 0,8332. То есть вот тут, потому что вот этот треугольник запросто может быть частью. После древка возник, флаг может возникнуть. Ну вот, в общем, надо смотреть, как будут развиваться события здесь. И тот, и другой вариант одинаково вероятен. Поэтому если вверх, я жду движения вверх, то есть куда-то к 50% коррекции от вот этого вот движения сильного. Если вниз, значит, работаю по треугольнику. То есть, по крайней мере, вхожу после пробития вот этой линии поддержки и ориентируюсь на 0,8332. Дальше. Евро-доллар. Вот по евро-доллару никак цена не выйдет из бокового диапазона. Рванула вчера вниз, опять уперлась в линию поддержки и в уровень поддержки. Ну, что тут одинаково совершенно. И опять застряла. Сейчас мы видим, что евро опять начало расти против американского доллара. Но, видите, пока все идет в таком боковике, и тут сказать что-либо, пока цена находится здесь, вообще нельзя. То есть направление отсутствует. Видите, нет никакого направления. А поскольку нет направления, то и, в общем-то, все рассуждения о том, куда и чего, они излишни. Вот как только пробьется одна из границ вот этой серой зоны, которую я нарисовал, то можно будет о чем-то говорить. То есть вероятность, что пробьется вверх, потому что мы видим, что дивергенции за дивергенцией, и, в общем-то, пока вероятность разворота она есть. Но вместе с тем есть вероятность того, что цена еще может немножко пройти ниже. То есть я, как говорил, обновить немного вот этот минимум, и потом уже отсюда пойти вверх. Собственно, почему бы и нет, вот застревание небольшой такой вот, типа ложного такого выхода и разворот. Может быть и такая вот ситуация, потому что, в общем-то, вот это вот все движение, видно, что оно в целом тормозится, и как бы оно тут ни старалось, то все равно вот это торможение, оно чувствуется, и все равно какой-то отскок, какая-то коррекция здесь будет. Вопрос только от текущих уровней, либо еще немножко пониже опустится. Но здесь, смотрите, есть очень важный такой момент. Здесь уровень 1.05 выступит в качестве ключевого, потому что, я думаю, опять, потому что ниже 1.05 уже, в общем-то, для многих станет, откроется цель к паритету. А пока выше 1.05 или 1.05, тут еще, как говорится, вопрос такой вот, то ли туда, то ли сюда. То есть пока вот эти весы, они качаются, то ли в одну сторону, то ли в другую. И поэтому вот где-то в районе 1.05 нужно будет смотреть, куда именно будет направлено движение. Потому что если, так сказать, те, кто пытаются покупать сейчас, они ставят стопы за уровень 1.05, и если вдруг цена все-таки провалит, значит, уровень 1.05 вниз, начинается срывание стопов и ускорение ценового движения вниз. И там уже цена может достаточно сильно вниз полететь. А если до 1.05 она будет болтаться и выйдет вверх, выше 1.0650, вот тогда можно будет говорить о том, что все-таки коррекция началась. Так. Так, вопрос тут есть какой-то. Почему всегда на демо-счете показывают? Да, Артем, все очень просто. Потому что я тут и показываю сделки, и все. Вы думаете, я на реальном счете вам тут буду все показывать?
Конечно, реальные счета, они, я на них торгую, а не тренируюсь. Так, Евгений спрашивает. При выходе хороших данных по ВВП. Ну, Евгений, в общем-то, я на этот вопрос на ваш могу ответить следующим образом. Конечно, участники рынка учли уже возможное повышение процентных ставок, но как таковое повышение, оно еще не произошло. Оно может произойти, принятие такого решения может произойти только в конце декабря. И до конца декабря у нас еще есть время, и за это время запросто может наступить сначала коррекция, достаточно сильная коррекция по американскому доллару, а потом, собственно, продолжение нисходящего движения по тому же евро-доллару. То есть опять доллар может начать расти. Время у нас еще целый месяц, ну не целый месяц, но больше половины месяца, и поэтому за это время еще до финской границы сможет добежать американский доллар, как говорится. Вот. Так что тут можно говорить, только рассуждать сколько угодно, но вот евро-доллар и так уже очень сильно упал, поэтому на какие-то положительные стимулы он отзывается сейчас очень слабо. Поэтому тут единственное, если он чуть-чуть припадет, а потом откорректируется, а уже где-то вот от этих уровней примется решение, например, о повышении процентной ставки, вот тогда снижение будет вполне адекватным и понятным, с чем связанным. А пока еще здесь одни разговоры. До австралийского доллара, Кирилл, мы доберемся еще. Индекс доллара, смотрите, такая же примерно картина. Видите, тоже он вошел в консолидацию в такую широкую, и вот в районе 102, где-то так и его, ну не 102, где-то в районе 101. Видите, вокруг этого уровня крутится. 102 пока не смог преодолеть эту отметку, и вот начинается коррекция. Но вот здесь вот этот канал, по сути дела, можно сказать, уже отработал. Посмотрите, я просто показываю, видите? Вот, цена дошла до верхней границы, учитывая, что в боковом диапазоне мы уже не целимся в более высокие уровни. Потому что, видите, все ушло в бок, и по сути этот канал отработал в боковом движении. Поэтому считаем, что он уже все уже произошло. Что здесь у нас есть по индексу доллара? Ну так просто ради интереса. У нас есть уровень сопротивления. И у нас есть линия поддержки. Вот она, эта линия поддержки. Вот. Поэтому можно, условно говоря, даже считать, что здесь что-то типа треугольника. И поэтому, если граница треугольника, а именно уровень 100,9 будет пробита вниз, то однозначно здесь начнется коррекция по американскому доллару, которую, в общем-то, здесь вполне вероятно ожидать. Вот. Ну и вот дальше уже будем смотреть, потому что это индекс долларовой корзины, может наступить коррекция по всем парам, входящим в долларовую корзину. Доллар, швейцарский франк. Похожая ситуация, только в отличие от евро-доллара, он, видите, все-таки, вот смотрите, евро-доллар немножко не достал до минимума предыдущего, а вот доллар-франк достал до минимума. До максимума, вернее, обновил его и сейчас тоже находится пока в боковом движении, но здесь ключевым является уровень 1.2074, где-то здесь вот 2.075, вернее. Вот где-то в этом районе он, такую консолидацию нарисую, и если он ее пробивает вниз, значит, смотрите, вот такое же точное расстояние, 115 пунктов, видите, он пройдет до границы, которую он пробил. Вот видите, вот эта зона консолидации была, она еще не отработала, но запросто он может сначала сейчас пойти вниз, пробить вот эту границу, потом пойти сюда и уже откуда-то отсюда опять возобновить восходящее движение. То есть опять же здесь, смотрите, напрашивается какая-то коррекция. Ну, одно дело напрашивается, другое дело наступает. Пока она еще не наступила, и поэтому я сейчас вот и как раз и говорю, что есть определенные ориентиры, а для нас это уровень 1.2075, который, при пробитии которой мы увидим движение вот сюда. Сейчас пока здесь, ну чего тут говорить. Сейчас пока, видите, его штормит. Видите, такие бескоррекционные проходы практически вверх-вниз, вверх-вниз достаточно большие. И говорить о том, ведь по 100 пунктов туда-сюда мотает его.
Ну, это опять же говорит о том, что сейчас пока перед разворотом запросто может его немножко поколбасить, поштормить, и уже потом этот разворот наступит. Дальше. Британский фунт. Ну, вот ситуация довольно-таки тут такая неоднозначная, потому что, смотрите, я нарисовал уровень 1.2515, сказал, что вот сюда цена стремится, но непонятно чего и как пока. Ну вот, да, действительно, в 4-часовом формате был открыт, даже, видите, в дневном формате. Ну-ка, нет, в дневном пока еще не открыт. Ну вот 4, по крайней мере, часовой формат, многократные попытки преодоления уровня все-таки привели к преодолению этого уровня. И британский фунт пошел вверх против американского доллара все-таки. То есть все-таки предупреждения регуляторов возобладали. И сейчас, я думаю, что ключевым является вот уровень 1.2672. То есть тут достаточно немного, небольшое расстояние, но 125 пунктов есть. Единственное, что меня, если честно, смущает, но такое бывает при таких сложных движениях. Вы смотрите, какое тяжелое, прям натянутое движение вверх. Прям очень натянутое. Поэтому, поскольку оно такое натянутое, все-таки я предполагаю, что торговать можно будет не раньше, чем цена преодолеет 1.2554. Вот этот уровень. Потому что смотрите, здесь покрупнее сделаю. Ой, не то сделал. Вот. Здесь сейчас есть что? Видите, несколько разворотных свечей, которые пока не преодолены никаким образом. И вот у нас есть уровень 1.2554. Вот этот уровень, я думаю, будет являться ключевым, при пробитии которого, 55, при пробитии которого можно будет планировать свои покупки по британскому фунту. Раньше пока очень опасно, потому что, видите, очень какое-то вялое движение. То есть мы говорим о пробитии уровня, а энергии-то нету. И поскольку вот этой энергии нет, стоит только ориентироваться на то, что, видите, линия аллигатора раскрыта и параллельна. Хотя тоже попытки, видите, коррекции происходят, но, тем не менее, пока они двигаются параллельно. И вот, в общем-то, есть такой уровень после пробития, сопротивление, которое можно принять в качестве основы и в качестве таргета. Если он пробивается, значит, можно будет двигаться вверх. Если пока нет, запросто цена может тут поболтаться и опять отскочить вниз. Так что очень какое-то, очень пока, видите, вялое движение. После таких вот достаточно нормальных движений ни одного, видите, нормального тела нет. Одни тени. Туда-сюда, туда-сюда. Доллар японская иена вчера преодолела максимум. То есть я говорил о том, что вот видите, вот этот канал пробит вверх, значит вероятность восходящего движения, она достаточно большая. В общем-то так и получилось. И не только до уровня 114 цена дошла, но и даже немножко преодолела его. То есть максимум был на уровне 114.75. Ну и вот, учитывая, видите, что тут целый вагон и маленькая тележка дивергенций, также есть большая вероятность того, что все-таки разворот здесь состоится против американского доллара, и мы увидим достаточно ощутимую коррекцию. То есть такое быть вполне может. Видите, тем более, что достигнут уровень Фибоначчи 61.8 от дневного, ну от недельного, строго говоря, падения. И на этом уровне запросто может произойти торможение. То есть с одной стороны мы видим зону консолидации, которая до этого была. Вот, мы видим уровень Фибоначчи 61.8. Мы видим, что цена очень агрессивно росла до этого, то есть и не было никакой коррекции. Мы видим, что на 4-часовом формате, смотрите, на часовом формате, видите, дивергенции, они есть. И мы пока должны получить сигнал какой-то на продажу. А этим сигналом запросто может быть вот преодоление, например, уровня 113.82 вниз. То есть, видите, первый, конечно, это еще здесь еще первая ласточка, еще о развороте говорить пока не приходится, слишком уж мелкая тут формация, но тем не менее, может быть, немножечко вверх, если потом вниз пойдет, то вот уровень 113.82 и преодоление вниз может послужить сигналом к продаже. Посмотрим, как здесь будет происходить. То есть пока еще здесь, в общем-то, вилами на воде все писано. По евро-иене, смотрите, такая же история. Я сказал, что, в принципе, цель-то она отработалась, но, ну, как бы, возможно, еще продолжение, потому что все достаточно агрессивно здесь росло.
Вот. И сейчас, единственное, смотрите, тут отработала цель, но вот не были достигнуты вот эти вот уровни. Тут, видите, целая череда уровней тоже значимых, которые цена пока не достигла. И вот, видите, вчера-сегодня все-таки достигла этих уровней 121.56. И вот, может быть, здесь тоже, смотрите, по нескольким инструментам цены дошли до ключевых уровней. И вот, смотрите, здесь, хотя и слабая, но тем не менее дивергенция тоже уже имеется. В часе, видите, тоже уже, возможно, сейчас сформируется дивергенция, и тогда уже можно будет говорить о развороте вот этого движения с пробитием линии поддержки, ну и, как говорится, поехали вниз на разворот. Может быть вот такая ситуация, то есть европейская валюта, так же как американский доллар, может откорректироваться по отношению к японской иене. Так, Артем спрашивает, индикатор стохастик хороший, можно на него ориентироваться, а то смотрю, он достаточно популярен. Ну, конечно, можно, Артем, он для этого и существует, но технология работы с индикатором стохастик, она есть определенные технологии, где можно смотреть, где нельзя смотреть. А так, конечно, почему бы не ориентироваться? Можно ориентироваться. Он у меня и есть. Вот вчера, смотрите, зону консолидации рисовал по австралийскому доллару к американскому и восходящий канал. Вы смотрите, восходящий канал, вчера из зоны консолидации цена вышла достаточно активно. Видите, нисходящий канал, вернее, восходящий канал преодолела и вот сейчас продолжает двигаться вниз. Кстати говоря, несмотря на то, что может запросто быть по отношению к другим валютным инструментам коррекции по американскому доллару, а вот по австралийцу и новозеландцу, в силу того, что они так называемые валюты сырьевые, запросто может наступить какая-то коррекция. И вот мы вполне сегодня можем увидеть коррекцию в районе 0,7350. Тут, в общем-то, не так много осталось, и вот этот канал двойной вниз запросто может отработать. Вот эта зона консолидации, как видите, она уже отработала, а канал пока еще нет. Но учитывая общее мощное такое движение вниз, канал может отработать, и это даже все равно, смотрите, не повлияет в целом на ситуацию, что может быть еще и продолжение восходящего движения, то есть против американского доллара. То есть просто вот эта ситуация, она укрупнится, и мы можем опять увидеть продолжение вверх. Вот до 0,7350 есть еще важный уровень 0,7361. Вот эти минимумы. И цена может его, в общем-то, и не преодолеть. То есть может опять на него наткнуться 0,7361 и от него пойти вверх. Так что, если что, будьте внимательны, пожалуйста, смотрите. Здесь этот уровень является тоже очень важным. Вот этот вот уровень. И цена запросто может на нем споткнуться. Так что надо смотреть. Тем более, видите, назревает дивергенция. И может быть при касании линии двойного канала отсюда пойти обратный разворот. По новозеландцу похожая ситуация. Похожая ситуация. Вот как будто бы внешне напоминает флаг, очень сильно напоминает флаг. И может быть, конечно, падение. Но надо смотреть, как сейчас будет преодолеваться вот эта череда уровней и вот границы двойного канала. Потому что если мы видим пока, что очень, вот прям покажу, смотрите, насколько тяжело цене двигаться вниз. Видите, рисуют сплошные частокол из теней. Здесь только подошла, видите, к линии. Опять тени стали вытягиваться. Это пока говорит о том, что очень пока здесь все неоднозначно. И запросто цена может сейчас уйти вверх, а может дойти до линии, до целевой линии и отсюда пойти вверх. Вот. Поэтому пока здесь я бы. Здесь, скорее всего, до завтрашнего дня тоже будет консолидация. И только завтрашние данные по рынку труда США могут как-то оживить движение в данных парах. Что, ну, пока каких-то фундаментальных таких ярких событий, которые могли бы повлиять, просто я пока не вижу. Продажа 0,7483. Хорошо, Евгений.
Ну что я могу сказать? Хорошо. Респект вам. Вот респект. Здесь были поводы для входа, я согласен. Вот, так что, в принципе, нормально. Здесь несколько вариантов было входа. Вот, мы просто, понимаете, в чем дело? Мы не всегда попадаем в момент семинара на точки входа. И поэтому я их и не показываю. Я показываю только постфактум какие-то вещи, и какие-то они отрабатывают уже потом. Ну вот у нас семинар просто, видите, в такой момент, как раз в межсессионный фактический период, когда европейские события, они уже произошли, уже каким-то образом отыграли, отработали. А ведь американская сессия пока не наступила, и такое вот затишье наступает. Но, тем не менее, я показываю, как это отрабатывало в целом, и если вы понимаете технологии, то вы можете запросто и без меня ловить эти сигналы. Так что Евгений молодец. Доллар, канадский доллар. Вот смотрите, несмотря на такой бурный рост котировок нефти, ну очень бурный, фактически от 47 долларов за баррель скакнуть сразу до 52,5. То есть это прям огромный просто скачок, огромный прорыв. И, в общем, надо сказать, что, конечно, здесь какая-то коррекция все равно может наступить. Учитывая, что, опять же, видите, здесь есть уровень сопротивления 52,9. И вот чуть-чуть цена не дошла до туда, но вот она запросто в этот уровень может упереться. И, в общем, вот мы снова сможем увидеть сопротивление. Потому что такой безапелляционный рост. Видите, двойной канал вверх от нисходящего полностью отработал. Вот, вот только у нас теперь остался еще уровень сопротивления. Вот этот уровень сопротивления, преодолеть который будет непросто. 52,82, практически 53 доллара за баррель. Если будет прорыв вверх, то, конечно, цену можно будет ожидать тут в районе 50 плюс или около 60 даже, я так думаю. Но, конечно, здесь очень много факторов, потому что долговые бумаги американские, доходность по долговым бумагам продолжает расти, что тоже может повлиять на рынок нефти. Сланцевые месторождения запросто при котировках 50 плюс начнут просто бурно развиваться. Опять получат кислород и будут развиваться. И все это может продолжать давить на нефтяные котировки. То есть, вот, я думаю, попросту говоря, что вот этот вот флэт, который сейчас есть, вот этот рейндж, широкий рейндж от 42 до 53 долларов за баррель, он так сохранится. Скорее всего, будут цены где-то в этом коридоре находиться пока. Вот. Но вот смотрите, канадский доллар, он что-то не больно-то реагирует на повышение котировок нефти. То есть, по всей видимости, либо считает, что это все ненадолго, что тоже очень может быть. То есть, либо, в общем-то, как-то здесь другие факторы вмешиваются уже в стоимость канадского доллара против американского. И мы видим, что тот же самый флэт в том же самом канале пока сохраняется. Здесь... В общем и целом, конечно, есть вероятность движения за американский доллар, но пока, видимо, не сейчас. Потому что есть, видите, вероятность движения. То есть, во-первых, должен отработать вот эта зона консолидации. И вообще это движение очень сложное здесь, это видно. Вот. И может быть движение к 50% Fibonacci подошли, вот остается 61 уровень, и уже отсюда может наступить обратное какое-то движение. Но пока говорить об этом рано, очень затянувшееся такое вот движение. И несмотря на то, что, видите, американский доллар растет к канадскому, но растет очень и очень пока вяло. И это прям вот видно, что какое тяжелое здесь движение, какое сложное движение. Пока цены находятся над аллигатором, говорить пока о снижении не приходится. То есть только пока о повышении. Ну, в общем-то, сейчас пока здесь, видите, уровень 1.3396, вот таким является важным для цены, или 1.3394, ладно, бог с ним, 1.34. Но вот пока цена на нем топчется, и пока никаких попыток преодоления здесь мы с вами не видим. Кроме того, здесь может сформироваться треугольник, вот такой вот треугольник с уровнем поддержки.
Вот, видите, уровень поддержки и линии сопротивления. То есть может быть вот такая вот интересная, кстати, ситуация, которую я до этого что-то не рассматривал, но можно ее и рассмотреть. Вот такой вот треугольничек я нарисую. Так, золото, ну, оно немножко дешевеет, продолжает дешеветь по отношению к американскому доллару. Правда, тоже здесь уже, видите, целая череда дивергенций, которая, я так думаю, повлияет на отскок. То есть будет какой-то отскок. И если по золоту начнется отскок, то будет как раз вот активное тоже снижение американского доллара. Почему я все-таки жду, что по американскому доллару будет откат? Ведь и золото себя также ведет. Смотрите, и серебро себя похоже ведет. Видите, тоже есть торможение, только по серебру мы видим еще, что преодолелась уже трендовая линия, но пока еще мы видим, цена скачет еще по вот этой нижней границе с вероятностью восходящего движения. Все это есть. Но пока на цены на серебро давит, конечно, общая ситуация с товарными валютами. Потому что все-таки серебро — это более промышленный металл, нежели чем золото. Рубль в связи с резким повышением котировок нефти опять укрепился практически до 63-26. И вот вчера, ну сейчас как-то вот опять застрял в районе 64 рублей за американский доллар. Вот здесь, в общем, ну, буду говорить, здесь все стабильно. Евро-рубль тут посильнее упал, евро по отношению к рублю, но тем не менее все опять же происходит вот на этом уровне поддержки, который я обозначил в районе 67-20. Где-то в этом районе так все-таки и болтают цены. Но в общем и целом склонность к ослаблению рубля все-таки по-прежнему может оставаться. То есть сейчас пока тренд до сих пор нисходящий за рубль, но в общем и целом, конечно, все очень еще медленно, и риски ослабления рубля не сохраняются. Вот как-то так скажу. Давайте посмотрим, что происходит с юанем. Вот юань пока со вчерашнего дня ничего там нового не произошло. То есть пока все то же самое здесь. Находится в нисходящей коррекции. Эта нисходящая коррекция, она, то есть, достаточно тоже имеет четкие границы. Вот. Но, как мы с вами видим, все-таки склонность к продолжению коррекции, она здесь есть. Почему по рублю такой огромный спред? Ну, это, опять же, в какой-то мере для того, чтобы... Во-первых, это от ликвидности зависит, Евгений, спред. А во-вторых, это связано с тем, что центральные банки препятствуют торговле, спекуляции на рубле, будем так говорить. Спред, он такой большой для этого. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, на сегодня я думаю, что осветил, насколько это возможно, ситуацию на основных валютных инструментах, с которыми можно работать. Мы с вами обозначили нужные границы, вероятные пути. Ну вот, видите, сейчас рынки, к сожалению, очень и очень вялые. Поэтому никакого направления, по сути дела, нет. И только готовится какое-то направление. Но вот как бы я вместе с вами также жду развития дальнейшего события. Потому что пока, ну, тут о чем-то говорить, скажем так, преждевременно. Я же не могу, я же не оракул, я не знаю, что будет. По крайней мере, я смотрю на цены, и когда они находятся в боковике, я тоже вместе с вами также жду. Вот. Скоро будет занятие по бинарным опционам, вот через 20 минут. Скоро я выложу текущий обзор на канале YouTube, ну и, как обычно, выложу ВКонтакте на своей страничке. И сегодня в 18:30 будет интересное занятие из цикла «Базовый курс». Мы с вами поговорим о том, что такое разворот, о том, какие признаки разворота цены и о том, какими критериями нужно пользоваться для того, чтобы торговать на разворотах. Вот. Ну, а завтра будет занятие по money management. Очень важное, очень интересное, потому что завтра пятница. Так что всех тех, кто хочет научиться совладать с рисками на рынке Форекс при торговле, приглашаю на завтрашнее занятие базового курса. Всем спасибо за участие, спасибо вам за ваши комментарии. Евгению еще раз привет и респект.
за хороший вход, за хорошую торговлю, вы молодец. И всех вам благ и хороших профитов. С вами был Алексей Кузнецов. До свидания.